Такие дни самоуправления когда-то в школе были традицией, но в последнее время, в силу разных обстоятельств, они не проводились. В этом учебном году традиция возобновилась. На смену педагогам пришли старшеклассники, и ребята внимательно слушали новых учителей, которые очень старались. Я давно хотела себя поставить на место учителя, почувствовать, как, что они ощущают на этих уроках, когда дети не слушаются, бегают, прыгают, когда приходится постоянно вызывать директора, и я, ну, в принципе, мне понравилось быть на их месте. Понравилось тебе? Да, очень, но дети были разные, но все равно нормально. Долго ты готовилась? Трудно было? Ну, да, подготовка вот к нашему уроку литературы была долго, сложно это. Очень много книг нужно было просмотреть, перевернуть, подобрать материал, ну, разобраться. Все сложно было, но справились. Кроме учителей, в школе работала и новая администрация, которую возглавил ученик 11 Б класса Костя Шестакевич. Директор и завучи следили за порядком, решали все вопросы и проблемы, которые возникали в течение рабочего дня. День самоуправления прошел отлично. Мне очень понравилось быть в роли директора, заходить в кабинет и наводить порядок. Тех, кто балуется, принимать меры. Ну, в общем, мне понравилось. После уроков новоявленные педагоги собрались в учительской и обменивались впечатлениями о прошедшем дне. Несмотря на усталость, все были довольны. Был ли какой-нибудь сегодня интересный случай, может быть, даже смешной? Да, вот сейчас только что был, заходим в класс. Нам учителя показывают работы с двойками и фамилии на них Пупиков. А, семи Пупиков и Баранова. Так получается, ученики вас разыграли просто? Да, они нас разыграли. Остались довольны этим днем и старшие наставники ребят. Все уроки шли строго по расписанию, была хорошая дисциплина, и вмешательство взрослых не понадобилось. А мы решили узнать у учеников их мнение об этом мероприятии. Сегодня в школе был день самоуправления. Скажи, понравилось ли тебе? Мне, да, очень понравилось. Ребята очень постарались, учителя. В общем, было интересно. Ну, ученики, которые были учителями, были вежливыми там и обращались с нами нормально. И оценок много хороших. Интересно было на уроках? Да. Они добрые всем. А оценки какие ставили? Сегодня получил по истории 2 пятерки. Молодец.